Ремонт теплосетей в Саяногорске вызвал возмущение горожан. Незадолго до начала работ коммунальщики вырубили деревья, чтобы высыпать на освободившийся участок изъятый грунт и куски асфальта. Смотрим видео мобильного репортера. Полностью вдоль всего дома спилили деревья. Хотя этот грунт можно было бы куда-то вывести или насыпать на другую сторону дороги. Здесь есть место. Но это же так просто. Спилил деревья, и все в порядке. И он продолжает дальше пилить. Кто потом их посадит? Ее уже меняют, по-моему, вторую неделю. В подрядной организации пояснили, деревья убраны с согласия администрации. После завершения ремонта территорию восстановят. Грунт и камни будут убраны, высажен газон, а спиленные деревья заменят новыми саженцами. Будут ли исполнены эти обещания, мы будем следить за ситуацией.